Небольшой дисклеймер перед этим видео. Эту рубрику, ребята, уже снимали многие английские ютуберы и многие ютуберы. Поэтому если вы будете писать комментарии, типа, ты уже все так делали, типа, это уже старье, типа, не круто. Но я вас предупреждаю, ребята, что все уже снимали это, и я решил тоже это заснять. Всем привет, ребята, вы на канале kukovimovie.rf. С вами Яшка. И сегодня мы с вами поиграем на карте гонки NPC. Да, ребята, уже многие, как я сказал, делали эту рубрику, но я решил тоже сделать ее. Итак, ребята, вот такая вот будет гоночка. Сейчас у нас будет, ребята, борьба за первое место. Давайте же узнаем, кто первый придет и оглушит свинку. Итак, начнем. Так, вот я появился, ребята. Нужно сначала звук убавить. Так, держим. Сейчас я каждому дам. И сейчас мы будем проходить мою полосу препятствий для наших героев. Итак, я буду, кстати, записывать, у кого первое место, а потом в конце мы подведем итоги. Итак, 5, 4, 3, 2, 1... Гоу, ребята. Все, ребята, гоночка пошла по полненькой. Так. Пока Зизи лидирует. Смотрите, Зизи лидирует. И интересно, кто же победит из них? Кто же победит? Так, Зизи до сих пор выигрывает. Так. Смотрим внимательно, слушаем. И кто же победит? Да, ребята, Зизи все-таки победила. Итак, ребята, Зизи занимает первое место. Сейчас, ребята, я открою ручку и запишу. Зизи первое. Поздравляю Зизи с первым местом. А теперь у нас, ребята, будет борьба за второе место. Да, теперь я не буду давать только Зизи, получается, эту штучку. Так, держим. Кстати, ребята, если вам не понравится моя трасса, ну не судите по мне строго. Ну, у некоторых тоже были мои... А, я себя ожидал! Ёлки-палки, я постоянно забываю. С этими бани и пони вообще такая путаница. Так. Все, есть, давай. 3, 2, 1. И они поскакали. Узнаем, давайте же, кто победит снова. Итак, ребята... Внимательно смотрим. Банни багается, пони прыгает. Банни не отстает. Джорджик за ней просто носом втыкается в ее юбку. Но Доги, понятно, пока. Так, пони прыгает от радости, потому что он не проигрывает. И кто же займет второе место? Ну, наверное, Банни. Да, ребята, второе место занимает Банни. Поздравляю Банни со вторым местом. Ну, а мы с вами, ребята, переходим к... гоночки, где будут участвовать только три участника, и они будут бороться за третье место. Так, ребята, ну что ж, давайте же узнаем, кто же победит. Так, этим не надо. Так, держи. Простите, ребята, случайно поставил на паузу. У меня такое бывает. Не судить по мне строго. Наверное, у всех такое бывало. Ну, в начале карьеры Ютуба. Хотя, какое начало? Я уже почти год снимаю. Ну, ладно. Итак, ребята, вот они, наши участники. И третье место кто-то из них получит. 3, 2, 1. Гоу, ребята, Доги, Джордж и Пони. Кто же из них победит? Я, кстати, подтолкну Доги, чтобы он тоже участвовал. Смотрите, ребята, Джордж не отстает. Доги и Пони прыгают, хотят догнать Джорджика. Итак, ребята, Пони вообще отстает. Так, они прыгают, делают смелый прыжок. Пони прыгает, но старается бежать, но у него там капельки уже от пота и... Ребята, вы это слышали? Это было... Это же было... Итак, ребята, сейчас у нас будет продолжение борьбы за третье место. Потому что Джорджик и Доги одновременно стукнули Пиги. Сейчас у нас будет реванш за третье место. Джорджик против Доги. Давайте же узнаем, кто же займет честно третье место. Итак, ребята, давайте, я вам им даю всем эти штучки. Так, ну что ж, давай. Итак, соревнуются. Малыш Джорджик против... полицейского Доги. Кто же победит?
малыш или полицейский. Я предлагаю немножко доги подвинуть, потому что он может как бы так тихо-тихо, вот так вот, да. Так, давайте, ребята, поднажмите кулачки за кого-нибудь из них. Так, делаем. Блин, я случайно, Джордж, прости меня, пожалуйста. Так, ребята, Джордж не отстает. Так. Смотрите, ребята, Джорджик просто не отстает. Давай, доги, проиграй. Так. О, ребята, я первее всех. Так, ну тут главное, чтобы кто-то стукнул. И... Вы слышали? Джорджик! Джорджик стукнул впервые. Доги уже потом стукнул. Прости, Доги, конечно, но он просто запрыгнул тебе на голову и первый ударил. В прошлый раз они одновременно ударили. И Джорджик занимает, ребята, третье место. Если вы хотите, чтобы я обновлял эту трассу, то поставьте лайк. Джордж, третье место. Теперь у нас борьба, ребята, с вами за четвертое место и пятое. И это у нас пони против доги. Кто же из них займет четвертое, а кто пятое? Давайте же узнаем. Итак, я жду их, а вы пока можете подписаться на канал и поставить лайк. Ну что ж, вот. Я немножко буду помогать доги, потому что он почему-то именно он застревает в дверях. Кстати, если бы они бы сюда бы ходили, но вы понимаете, что бы было бы. Три, два, один, гоу. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Давайте же, пацаны, давайте, покажите, кто из вас впервые. В смысле, как это? Доги же первый зашел. Что за магия? Так, доги отстает, доги отстает. Прикиньте, доги победит, хотя пони вообще был первее всех. Так. Пони не хочет отдавать свое четвертое место. И смотрим, кто же победит. И, ребята, по итогам. Пони занимает четвертое место, а доги занимает пятое место. Сейчас я напишу пони. Четвертое. А доги пятое. Да, ребята, в общем, вот так вот. Мог бы, кстати, доги 5 третье выиграть, но если бы Джорджик просто не прыгнул на голову. Кто помнит на этот момент, поставьте лайк. Мне надоело нажимать на паузу. Итак, смотрите, сейчас будет у нас просто величайшая из величайших трибун. Итак, конечно же, нужно сделать желтенькую. Сюда поставить Зизи. Да, ребята, вот это, конечно, Зизи повезло сегодня. Так, Зизи. Потом у нас серебро. И это у нас, ребята, бани. Где наша банечка? Вот она. Ну, бронза. Понятно, кто у нас. Это Джорджик. Бронза это какой-то оранжевый такой, но можно такой, в принципе. Так. Итак, Джорджик на третьем месте. Ну, и понятно. Пони это у нас четвертое, а доги у нас пятое. Ну, ребята, вот такая вот у нас таблица участников. Кому нравится, поставьте лайк. Ну что ж, ребята, вот такие вот они наши участники. Сейчас попробую дотянуться до Зизи. Сейчас у нас просто, ребята, они прыгать будут, ребята. Это же просто офигенно, как прикольно. Офигенно, как прикольно, ребята, Яшка сказал, понятно. Так. Кто же внизу победит? Ну, она, в принципе, кто победит, это только пони, потому что они стоят внизу. А эти будут прыгать с высоких трибун. Ну что ж, ребята. Ну, сейчас мы не соревнуемся, но мы просто типа по фану. Ого, нифига себе, они все-таки это смогли. Так, ребята, пони. Ай! Пипец, там бани. Застряла пока бани. Так. Они просто прыгают, не отстают. Смотрите, ребята, они просто молодцы, молодечики. Я пошел за баню. Баню надо довести до местоположения. Вот я, мне интересно, куда деваются эти NPC. После того, как это... Как пиги оглушаются. А, ну все, понятно. Все, ребята, Яшка занял бронзу. Все ушли. Ха-ха-ха.
Так, ребята, что бы еще бы сделать фановского на этой карте? Так. Так, я думаю, ребята, думаю. Божечки мой. Так, все, я придумал. Я ничего не придумал. Короче, ладно. У нас сейчас будет просто величайшая из величайших, ребята, этих штучек. Ой. Так. Держи. Я сейчас, ребята, просто все двери подряд открою. Так. Давайте же смотреть, кто же победит. И... Начало вроде бы хорошее. Доги вырываются вперед. Сейчас будет, ребята, гонка, где я буду им мешать. Где? Давайте. Опа. Не помогло. Как-то я помешал тупо. Так. Они, блин, уже там гонят. Бедный Джоджик. Нет, я должен сбить кого-то. Так, нет, иди сюда. Нет, ты не придешь. Нет. Короче, ребята, кто куда, кто... Вы посмотрите на это. Ой, какая красивая картиночка. Так, давайте вставайте. Пора работать. Пони лежит. Так, Зизи лежит. Ах ты ж, Пигги, маленькая какая. Так. Вот она, пигушка. Давайте еще раз, мне понравились гонки, где я буду мешать. Гонки, где я буду мешать, ребята, да. Я буду мешать им всем, ха-ха-ха. Так. Так, держи, Бани. Держи, Доги. И держи, Джорджи. Я придумал, какой пранк над ними сделать. Сейчас будем осуществлять идею. Я просто встану возле этой двери. Никого не пущу, ребятки. Никого. Я просто охранник. Так, идите отсюда, ёлки-шмоталки. Победители. Вы что там делаете? Короче. А где пони? Погодите-ка. Стоп. Так, о, ребята, победители вырвались. Так, они бегут успешно. Но мне нужно мешать всем. Так, давайте, толкайтесь сюда. Алёте, я ем мармеладку. И двойка потерялась. Ну что ж, ребята, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, вам понравилось. А вы не забывайте ставить лайки и подписываться на канал kukozmimuzi.rf. Ну а всем, ребята, пока-пока.